Укладывать брусчатку начали в сквере по улице Войцешика в Петропавловске. Сейчас эту территорию благоустраивают в рамках нацпроекта. Проводят озеленение, создают фонтанную композицию. Скоро там начнется асфальтирование парковки. На территории Петропавловско-Камчатского городского округа реализуется один из проектов благоустройства. Это сквер Войцешика. Он стал победителем в 2023 году всероссийского конкурса создания комфортной городской среды среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Было выделено порядка 300 миллионов рублей из федерального бюджета. И в прошлом году осенью разыгрались на строительство уже по ранее завершенному проекту. Заказчиком является администрация Петропавловска-Камчатского городского округа. В рамках благоустройства в сквере по улице Войцешика укладывают пешеходные дорожки. В ближайшее время там появятся игровые и спортивные площадки, лавочки, урны и другое оборудование. Отмечается, что изменится не только ранее пустующая территория сквера, но и угол на пересечении улиц, известный как площадка у цветочных павильонов для милых дам. Все работы планируется завершить до конца этого года. Напомним, благоустройство нового сквера выполняется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».